И на фоне наплыва беженцев зафиксирован всплеск преступлений на сексуальной почве в Финляндии. По данным полиции Хельсинки, до 2015 года вообще не было случаев, когда к женщинам кто-либо приставал в общественных местах. Теперь жительницы финской столицы жалуются, что стало невозможно ходить по улицам, опасно и в парках. Мужчины-иностранцы ведут себя очень агрессивно. Сообщается также о нескольких случаях изнасилований. Виновные были найдены, привлечены к ответственности. Сейчас в Хельсинки расследуют 3 дела о домогательствах со стороны беженцев в новогоднюю ночь. Около 1000 выходцев из Ирака приехали отмечать праздник в центр города. По словам министра МВД, они планировали устроить беспорядки по кёльнскому сценарию.